Сорт томата «Заржавевшее сердце» Эверетта. Это томат биколор, в нем присутствуют два цвета, красный и зеленый. И при смешивании получается вот такой вот бурый оттенок томата. Томат биколор. Это высокорослый сорт, высота куста может достигать до 2 метров. Средний вес плода может достигать до 300 грамм. Срок созревания помидоров составляет 90-95 дней с момента посева. Растение требует посынкования в течение всего срока вегетации. Сорт лучше выращивать в 2-3 стебля. Завязи собраны в кисти по 5-6 штук. С одного куста удается получить около 10 килограмм томатов. И вот такой красавец томат в разрезе. Зеленая, красная. Мякоть вообще шикарнейший, очень сочный и очень сладкий. Сорт применяется для приготовления салатов, также с него получается очень вкусный томатный сок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.